Здорово, ну что ж, продолжаем проходить Человека-паука. На голове, черти что. Короче, собрал все кошачьи фигурки. Игру я так не приостанавливал, она мне так иногда тормозит. Скорее всего, переостановить. На выходных, в этом выходные у меня, я этим займусь. Ну, пока придется как-то сделать. Надеюсь, да, это бывает, да, тормозит, но я так думаю, проблема в каких-то файлах или просто потому что раньше она работала нормально. Может, дрова. Тоннель свободы. Короче, надо. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь он пустует. Укромное место. Тут должен быть потайной вход. Того же ты. Того же, блядь, ты. Есть. Похоже, тут все, что она украла. Но не следа самой Фелиц. Финансовые данные на семьи Маджи. Она хочет их шантажировать? Селфи. Это украли у Фиска пару лет назад. Вино из виноградника Маджи. Правильную ногу поставил. Что это? Я бы от такого не отказался. Чего? Откуда ты там видишь, блядь? Сверчай. Я как раз на этой краже первый раз поймал Фелицию. Видимо, она все-таки довела дело до конца. Выебать тебя, блядь. О, смотрите. Кошка танцует с паучком. И держит его в банке против его воли. О, очень мило. Да иди ты нахуй, ты меня даже не видишь. Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый и симпатичный. Поэтому я приготовила для тебя кое-что лестное. Потому что я могу. Это все не могло быть просто игрой. Или... Человек-паук, черная кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Да тут настоящий Форт Нокс! Все эти твои коты. Когда мы спрятали их в комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Она знала, что я найду котов и передам их вам. Она победила. Снова. Что взяла? Свой костюм и снаряжение. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты. Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора. Так. Все, побочек нету, да? Осталась только основная миссия. Это просто костюм. Так. Ну что ж, идем-то на главную. Быстро телепортанусь. Он такой, будто экшон какой-то прилет. Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Да пора бы мне начать о себе заботиться. Новая внешность? Я думал, блядь, он больше на Осборна похож. На сына Оз... Вот он больше на Гарри, блядь, похож.
похож. Блять, я хуй знает. Это не Питер, блять, это Осборн. Откуда ты тут в такой час? Надеюсь, у моей удобный диван. Да, мне нравились лошади. Но разве только мне? Сколько там, сколько? 300? Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Да она твоя тетя практически матерью тебя стала. Че за отношения? Ах, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. О, постой. После этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Как унизительно брать деньги Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. Так, у нас открылась побочка. Это будет у нас голубями, верно? Все верно. Потом у нас будут голуби открыты. Нам будут голуби еще ловить. И еще одна побочка. Интернета. А, ну понятно, это. Дурило это. Так, ну, наверное, на этом все. Надо мне все-таки игру переустановить. Надо решить проблему с зависаниями, потому что все остальные игры у меня работают хорошо. А и на Spider-Man что-то начинает ловить. И проверку я делал, и проверка все равно. Оказывается, что все нормально. Но я-то вижу нормально. То есть, блядь, раньше игра работала очень даже стабильно, на высоких. Никаких, не просто на высоких, а на высочайших. Вот, а теперь начинается резко падение FPS, лаги. Ладно, короче, с этим я разберусь. А тебе всего доброго. Еще а сообщение от Дока. Здорово, здорово. Ну что же, продолжим дальше проходить побочную миссию. Тут скрываемся. Бомж его голубим. Ты голодный? Помните ту помощницу Человека-паука? Чёрный... Говард, давно не виделись. Как дела у Пиджи? Грустит немного. Тоскует по братишкам. Для нас обоих это было как гром среди ясного неба. Владельцы здания решили отдать помещение под офисы, и нам пришлось переехать в пир. Печально.
Нью-йоркские арендодатели бывают бессердечны. Когда меня выселяли, всех моих птиц выпустили на волю. Вернулся только Пиджи. Я как мог пытался найти остальных, но моя нога, сам понимаешь. Знаешь что? Я же здесь бываю. Может, мне поискать их? Ну и вот, у нас типа появились миссии с голубями. Вот, да, ну допустим, вот эту первую давайте сделаем. Вы это сделаете? О, спасибо. О, да. Если чего-нибудь добьетесь, позвоните мне. Я в глаз тебя сейчас добью. Ну и вот, сейчас нам скрабчи должны полетать и собирать галуби. Дай, пожалуйста! Замечательная тренировка навыков. А! Попал! Вот так вот. Ну и вот, наподобие вот такого мы сейчас будем сделать. Привет, Говард. Кажется, я нашел одного из братишек Пиджи. Дымчатый сизый в крапинку. Только что испачкал мне костюм. Кларенс! Он сущий дьяволенок, но очень милый. Погладь его по головке и укажи в направлении пир. Он найдет дорогу. Не вопрос. Если замечу еще кого, тоже поймаю. Вот, вот такие вот сейчас побочные миссии нам придется выполнять. Типа, это просто хуйня, конечно. Хуйтень. Вот, но все-таки мы их сейчас выполним. Так, ну что, финальный голубь. Один из голубей Говарда. О, вот и он. Вот опять тормоза, да? Поверить не могу. Вся семья воссоединилась. Ерунда, Говард. Им повезло, что у них есть ты. Надеюсь. Сандра всегда обращалась с ними лучше меня. Это ведь ее птицы. Теперь ее больше нет, и они твои. Словно она продолжает жить в них. Знаешь, как это? Понимаю. Ты хороший человек, Говард. Если захочешь повидать семью, тебе всегда здесь рады. Кларенс говорит, что скучает по тебе. Еще раз спасибо, Человек-паук. Что за хуйню вы мне сейчас рассказываете? Голубятни сраные. Так, а это что? Давай, поезжай! Вы не представляете, как я счастлива! Вообще такая тварь. Хочешь пройти испытание чудилы? Я не знаю, что это. Нет, это самое лучшее. Сфотографируй код на стене, и оно начнется. Проще некуда. Это для помощи нуждающимся. В таком случае...
Есть! Человек-паук, ты принял мой вызов! Добро пожаловать на стрим! Кстати, вот только ты присоединился, и просмотры подскочили до небес! Вот как это работает. Сфотографировав штрих-код, ты получишь GPS-координаты следующего штрих-кода поблизости. А, извини, судя по всему, это надолго, а мне надо людям помогать. О, забавно, что ты это сказал. Я как раз предлагаю помочь одной нуждающейся. Последний штрих-код даст тебе координаты, представь себе, жертвы похищения. Что? Какая телегеничная, запертая, беспомощная. Она умрет с голоду, задохнется. Время на исходе. Весь интернет смотрит. Та-дам! Такого я не ждал. Она спятила. Но ничего не поделаешь. Вон следующий штрих-код. Тут уже придется попотеть. Есть! О, вот тебе на! Привет моим фанатам, которые сейчас присоединились к стриму и к паучке. Вы все с ума посходили! Пока мы наслаждаемся этим действом, я сочетаю избранные послания от фанатов. Вечный Вол пишет. Чудила, ты супер! Я твоими стримами засматривался в тюрьме. Кроссовет пишет. Правда, пирогом был улетный, я так ржал над Джеймсоном. Я тоже кроссовет. Я тоже. Да, ребята, вернитесь к поеданию корицы ради лайков. Ты извини, паучок. Иногда они принимают все близко к сердцу. Они люди страстные. Хэштег страсть. Ты сейчас сказала хэштег вслух? Это почти так же мерзко, как посещать людей. Тебе должны были прийти координаты следующей точки. Поторопись, а то ей одиноко и так грустно. Я вижу код. Разбит на две части. Тут потребуется хитрость. Ее засудить. Хоть я и паук, всемирная паутина начинает меня бесить. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Thank you.
отчет читала. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска.
Будьте здесь! Ждите полицию! Надо быстро найти выживших! Порядок? Да. Да, спасибо. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Тебя. Это правда случилось? Да. Тут поступает сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Я разберусь. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Будет ли такая умная, Юрий? Иди сама, блядь.
Надеюсь, я успею об этом пожалеть. Посадить вертолет, сэр! Минус один движок. Теперь второй. Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Фиск, это только начало! Надо вырубить второй двигатель. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Пит, не подведи. Просто чума. Где вы их берете? Мой старый! Класс, спасибо! А у них есть веб-сайт? Есть! Упс! Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что но? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз! Ха, фанат! Черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. МДЖ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Так, того чё у нас? Опять миссия, да? Фигово они убрали вставки из метро, типа, как он на метро, типа, убирается здесь. Было прикольно.
Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, ну? Что здесь живут... Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь... Мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Да, пожалуйста. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Заваги, блин, заебали. Питер, очнись.
вставай, скажи что-нибудь. Вот и опять, да, сделали так, что, типа, великий Человек-паук, типа, в отключке, а какой-то, блядь, хуй с горы только потому, что он другим цветом, блядь. Мам! Он, сука, супер, ну, стал там уже. Это безумие! Вон туда! Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ладно, слушай, я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Майлз, нет. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Папа жив. Я знаю. Черт! Куда это ты? Держись в тени. Садись, не буду. Надо как-то обойти этих парней. Где-то там. Пока не могу. Папа был там. Надо ему помочь. Как же сюда? Давай! Детонер! Да никуда. Нет! Стойте! Нет!
сейчас. Да, блядь, что за лаги? Папа. 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 Папа, нет! Очнись, пап. Очнись. Очнись. Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или... Со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Первый акт. Прости, Джефф. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен. Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства. Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли. Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в ПИР. Если его нет в Центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, Анжей. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Да,
Сегодня день для мрачных мыслей. Для траура попавшим героям, таким как Джефферсон Дэвис. А еще для клятвы. Никогда больше. Хватит с нас. Некоторые говорят, я во всем виню Человека-паука. Нет, я не виню его за эти взрывы. Это трусливый поступок на совести того, кто его совершил. Но если мы хотим безопасного Нью-Йорка, мы обязаны перестать мириться с беззаконием Человека-паука и ему подобных. Это наш город. И с Божьей помощью мы вернем его себе. Ну все, на этом все. Давай, счастливо, я не выспался и пиздец, короче.